Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды забираем. Открыть колоду. Так, смотрим. Что нам там, Змейка Вьюн? Так, точно, именно он выпадает нам. Забираем награды. Быстренько проходим с тобой серию испытаний. Кстати, а может быть нам ее допройти? Ну, давай посмотрим, если в конце у нас будет время. Мы, наверное, допройдем сегодня серию испытаний. Заберем награды, как говорится, и все будет чин-чинарем. Ну, а пока быстренько пробежимся для того, чтобы выполнить, естественно, ежедневное задание. Кирби, мутант-белка, ну и гриб позорный. Ну, давай вот так вот начнем. Да ладно. Грибок и выжил еще, ты посмотри на него. Кстати, можно было хильнуться с помощью Леонардо. Потому что у нас, ну, видишь, немножко здоровье покоцанное. Бросаем туда гранату. Постепенный урон. Подбил мутагент белку эту. Ну, а здесь, я думаю, сделаем массовую атаку сразу же, да? Шреддер начинает свои клинки выпускать. И Армагон, соответственно, добивать. Все, ребята, серия испытаний у нас пройдена. Еще раз повторяю, если будет у нас в конце время, то мы допройдем его сегодня полностью. Так, ну что, забираем здесь награду. Поднять уровень персонажа вряд ли я сейчас, конечно, смогу, потому что мутагена, сколько у нас вообще? 23 тысячи. Хотя на Шреддера, точнее на Крэнга должно хватить. Да, хватает. 68 уровень, быстрее бы его прокачать до 70-го, было бы вообще великолепно. Ну что, а тут у нас продолжение, ребята, искать вот эти вот геймпады, которые никак не хотят нам выпасть. Вот он, один есть. Нам нужен еще, по-моему, еще один. Так, вот он, ну-ка смотрим. По геймпадам все, теперь 10 3D очков, ты прикинь, 10. Мы тогда 3 штуки, по-моему, запарились искать, а тут теперь 10 нужно. Я в шоке. Да, Крэнк нам... Так, одни нашли. Крэнк нам дорого обходится именно в поисках вот этих нужных вещей. Посмотри, сколько мы сделаем попыток, и только лишь одни очки нашли. А нам их нужно 10. Ну, уже, конечно, 9, но все равно, ребят. Смотри. Вообще не выпадают. Просто не выпадают. А зачем? 2 очка только мы нашли с тобой, да? Ладно, забираем награды, короче. Все. А здесь мы сделали. Ну что, ребята, турнирная арена. Хотя, подожди, у нас еще тут... Мы же здесь не допрошли. Нет, конечно. Вперед из песней. Да ну, Джастина брать не хочу. Я возьму, наверное, лучше Криса Брэдфорда. С ним будет как-то покомфортнее. Во-первых, он может защиту нам дать. Я, наверное, поставлю пока на автобой. Тут уровень все равно маленький, полтинник. Так что без особых проблем. Разберем мы их. Ну что, переходим с тобой на вторую волну. Здесь у нас обычные эти боты. Дроны, проще так сказать. Которые просто получают от нас мощных, таких сочных звездюлей. А здесь Донателло плюс Железноголовый. Вот интересно, почему они не бомбят Железноголового? Я понимаю, конечно, грибы это противные существа, но Железноголовый тоже. Все, они его ушатали. И последняя, заключительная волна. Здесь у нас Кожеголовый, Пит и Слэши. Как раз те самые персонажи, которые нам очень сильно нужны. Нужны именно для того, чтобы их прокачивать дальше. Хоба, и остается Стрелозад, которого с удовольствием бомбит наш Ванька-стиранка. Ну что, отлично, давай двигаться дальше. Мы попробуем полностью пройти это событие сейчас. О, две карточки на Пита. Так, здесь две карточки будет уже на Роквелла. Так, уровень 65, я думаю, что мои бойцы до сих пор еще смогут сами здесь справиться без моей, как говорится, помощи на автобое. Поехали. Так, ребят, сегодня мне на работу, я не знаю, успею ли я сегодня выложить эту серию или нет. Если нет, то уже будет, тогда она выложена завтра. Так, Крис Брэдфорд решил усилиться.
Ну как усилиться? Он решил поставить дополнительную защиту на нашу команду. В принципе, она тоже здесь будет очень кстати. Так, вот здесь вот займите. Вот, правильно, правильно, начинают майки бомбить. Потому что он бы тут начал бы наводить суету. На тебе, Макман, готов. И последняя, заключительная волна. Кожеголовый, Роквелл и Слэш. Так, акула, акула бомбит. Есть, минус Роквелл. Так, а вот зачем Крис Брэдфорд... Ой, тьфу ты, Крис Брэдфорд, о чем ты, Рэй, ё-моё. Бакстер, зачем вот он сейчас вот сделал это? Лучше бы он выпустил смертельную волну, на самом деле, потому что тогда бы мы повесили бы постепенный урон. И, скорее всего, ну, я в плане того, чтобы так было бы быстрее и эффективнее. И они бы все отдуплились. Ну что, две ДНК на Роквелла, теперь две ДНК на Кожеголового. Мы с тобой смотрели, сколько нам там нужно. На Кожеголового, ну, приличное количество надо, если честно, ДНК. Так, смотри, что они себе позволяют. Они повесили на себя уклонение, защиту, атаку. Ты прикинь? Дай-ка я, наверное, тут сам попробую сыграть сейчас. Сделаем вот так вот валуном. Надеюсь, попадем по всем. Ага, один все-таки... Один уцелел. На тебе. Переходим на вторую волну. Но здесь обычные стрелозады, которые, в принципе, мне ничего тут не сделают. Упали. Так, ну здесь морозильная кошка, Макман. Давай я, наверное, доп. Защиту поставлю все-таки. И начнем. Значит, с морозилки. Смотри-ка, выжила. А если я сделаю вот так вот? Ракеты, торпедный удар. Нормально. Макман упадет, упал. Так что теперь железноголову попробуем заквасить. Есть. И Кейси Джонс. Крис. Ну, видишь, Крису помог Армагон. Взаимовыручка это называется. Так, Роквелл. Хлоп. Укусик. Хлоп. Так, Пит. Дын-дын-дын. Уклонение, да? Он повесил уклонение. А спасет ли оно их? Вот в чем вопрос. Ну, слыша, явно не спасло. Кожеголового спасло, как ни странно. Он еще берет и провокацию на себя. Ну, это его выбор. А, он еще и плюс взял на себе броню, повесил. Вот оно что. Дай-ка из гранатомета бомбану по ним, достали уже не здесь. Ну что, Пит, все? Допрыгался, кузнечик? Эти промахнулись. И опять этот роботека, который там прячется за желтым диваном, ё-моё. Точнее, за желтым матрасом. Ну давай, вылази. Быстренько сейчас мы тебя три укусика для начала сделаем. Хлоп-хлоп-хлоп. И все этого... Этого было достаточно, чтобы он отдуплился. Ну, а мы двигаемся дальше. Сейчас посмотрим... Так, две ДНК на Кожеголового и остается Слэш. Вот здесь вот как раз фармить одно удовольствие, ребята. Тут они все в одной кучке. Но сначала нужно, конечно же, пройти идеально это событие. Что не так-то просто будет, потому что у меня Крис Брэдфорд, ну, в такой опасности находится. Потому что он, как ты понимаешь, 80 уровня, а враг будет 85-го. Ну, я думаю, что если мы с тобой сделаем всякую защиту, это... Ого! Давай-ка мы сразу нахлобучим. Контрудар они там повесили на всех. Это вынужденная была мера, иначе бы они начали бы нас контрить. Здесь разберемся и так с ними, я думаю. Давай, Ванек. Ты посмотри-ка, а? А если я сделаю баф небольшой? Вырубим этого сосунка. Теперь этого. А баф у нас, конечно, очень... Нехороший получился. У нас только по усилению атаки. Смертельную волну. Так, упал Лео. Теперь надо майки вырубить как можно быстрее, иначе будет хиляться. Ух, я не успел. Я вот так и думал, что он будет хиляться, а? Ладно, Шреддер, давай тоже поставим. А постепенно отхил на нашу команду. Рафаэль, что, провокацию берешь? Пью, насмешил меня.
А Донни еще и защиту вешает. Ну что ж, попробуем пробить. Этого. Отлично. Ну а Донателло, ну что он здесь сделает там? Да ничего. Хлоп, упал. Так, переходим с тобой на предпоследнюю волну. Вот она эта. Анимуталити или как там? Аним... Как-то мне написали в комментариях, как их там? Мутал анималы или что-то такое? Так, Пит. Хорош спать. Крышка ему. Ну и последний слэш. Так, а здесь, по-моему, босяцки будет, да, опять же? Да, здесь будет опять же босяцки. Опять же он прятается за... замызганный матрас. Вот он вылез. Деловой. Такой мелкий, да, в такой машине здоровый сидит. Я знаю, что они боятся ракет. Так, гранатомет они, наверное, тоже боятся. И пробивным. Нет, не получилось. Армагон, ребята, Армагон почему-то помогает с каким-то определенным шансом после Криса Брэдфорда. Видимо, у Криса есть такая вот пассивка призывать на помощь друга, который, соответственно, впрягается. Так, ну что, теперь сколько у нас там осталось? 41 сыр, как ты видишь. Теперь я буду 4 попытки на то, чтобы нам выпало что-нибудь путевое. Опять же выпадает слэш, шикарно. Вот маяк — это фигня. Руку, отлично. Так, и последняя попытка. 3 доллара. Но, тем не менее, мы будем с тобой фармить борцы с преступностью. И, соответственно, будем потихоньку-потихоньку набивать ДНК, которые нам нужны. Ну что, а теперь нам остается перейти на турнирку. Посмотреть, мы с тобой в лиге сёгунов, 78-я позиция. Давай посмотрим. 15-19 пока это вот то, что нам доступно. И, наверное, 15-20 тупо здесь ожидать. Ладно, поехали. Как ты видишь, уровень противника на 48-й, 50-й. Так что я думаю, что пока мы будем справляться сами, своими силами. Хоть это и, честно говоря, рискованно, очень. Так, вот это нежданчик. Давай-ка я на всякий случай защиту повешу на нашу команду. Слэш. Слушай, надо было Бакстера Стокмана, наверное, все-таки бомбить. Это у нас иммунка, да? Давай повесим иммунитет на нашу команду, чтобы там какие-то дебафы на нас не повесили, на всякий случай. Ага, Донни в минус пошел. Так, теперь надо как-то... А что это у нас делает? Давит врага интеллектом. Блокирует способность. Давай-ка попробуем заблокировать способность ему. Отлично. То есть он теперь не сможет применять массовую атаку. Это уже радует. Так, Пит, лечи нашу команду. Замечательно. Погнали. Минус Бакстер. Слушай, надо было, наверное, нам... Давай-ка я защиту возьму, опять же. Надо было, наверное, Супер Шреддера все-таки... Ой, Супер Шреддера, обычного Шреддера бомбашить. Смотри, какой Пит крепкий у нас, а? Че ты там делаешь? Критовку себе повысил. Блин, не попали. Да что ты? Уклонение на... Да тут у них на всех уклонение стоит. Что я могу сделать? Вы серьезно, блин? Да, ребята, я просто не мог... Есть, наконец-то пробил. Давай, слышь, не подведи, родной. Хорошо, ты ему вмазал. Так, и остается кабан. Хильнемся, естественно. Это хорошо, что у меня два хила здесь. И Пит, и Донни. А так бы уже все, валялись бы, наверное, мне кажется. В кустах где-нибудь. Ну, пробили. Ну что, ребят, все очень даже круто. Погнали. Это был только первый, блин, поединок. Он такой нудный какой-то мне показался. Обычно мы с тобой чух-чух-чух, три сек и все, ребят. Но это потому, что я пошел на равных, так сказать. Я решил повыпендриваться. Теперь я не буду так делать. Я буду брать... Вот, возьму Шархана.
Раз, два, три, четыре. Я знаю, что он не такой уже сильный, но хватит, чтобы сделать небольшой дебафчик на понижение брони, и тогда уже мои не совсем сильные бойцы, так скажем, надеюсь, будут разбирать. Вот проверим. Да, дебаф сработал, теперь маузеры, кролики. Шикарно. Так, что? Да блин, Эйприл, ну... Давай-ка уже головой. Е, минус двоечка. Минус двоечка сейчас была. Хлоп. И хлоп. Нормально они тогда со своими тесаками. Одного за другим. Так будут знать, как упендриваться. Так, ну что, на какую там? На 20-ю перейдем? 33-я. Почему-то долго как-то у нас идет этот переход. Перепрыгивание. 15-20 же было. О, есть. Так, дай-ка я на всякий случай возьму, наверное, железноголового 80 уровня. Раз, два, три, четыре. Потому что на равных, ну ты сам прекрасно видел, что на равных с ними драться очень опасно. Они все равно сильнее, как-то не крути. Ага, Майки решил выпендриться, на тебе. Ракеты к бою. Изи. Да, вот Лео именно вот со своим этим... Нифига себе! Кабан, ты не припухли, а? Ну-ка, лови баллончик. Кабан, нифига он бросил гранату. Чуть-чуть бы и мог бы, наверное, кого-нибудь у нас уронить. Ну, благо, обошлось. Ну что, ребята, мы уже в Сёгунах. 2 звезды, 99-я позиция. Отлично, 17 откатов. И уже дают 15-20. Можно, конечно, попробовать, но вряд ли дадут они мне 15-21. Это уже все-таки не буст, хотя второй день, ребята, считается все равно как мини-бустик. И это отрицать глупо. Погнали. Так, Бакстер Стокман, что будем делать? Давай волну, наверное, смертельную выпустим. Хан подбежал такой, на, из-под тишка. Ну, в принципе, ладно. Нормально, и быстро у нас все это вышло. Поехали дальше. Так, с 99-й позиции мы перемещаемся на 75-ю. Ну, грубо говоря, сколько? 20 ступенек почти. Анделет, Арнольд и Глеб. Ну, давай Глеба возьмем. Возьму здесь Донателло. Лео, подожди, не надо лезть. Блин, сколько же у меня 55-х уровней? Вообще полтишков сколько, да, персонажей? Когда мы их будем прокачивать, я ума не приложу. Это же сколько миллионов нужно мутагена, чтобы вот это все, ребята, здесь прапать по полной программе. Шикарно, я тебе скажу. Донни бомбанул. Очень шикарно. Понятное дело, что где все, им тут кранты. Замечательно. Ну что? Мы двигаемся... Потихонечку дальше. Сейчас посмотрим, на какую позицию мы переземлимся. И может быть даже будет 65-я где-нибудь так. 50 вообще первая. Вот так вот. Слушайте, дайте мне, пожалуйста, уже 15-21. Там, наверное, будет, скорее всего, 16-21. Нет, почему-то не дают. Ладно. Давай возьмем Макмана здесь. Раз, два. Кстати, вот Макман очень похож на Крипа. Ну, как бы они такие, два мутанта. Юродивые, так скажем. Ну что? Давай ураганчик, наверное, запустим. Вот и все. Вот такой, ребят, чудесный был у нас ураганчик. Он просто всех смел. Всех, кто стояли, всех в трубу. Давай 30-ю. Ох ты, 28-й. Тут что-то мы как-то быстро сиганули, я тебе скажу. Возьму вот эту вот команду. Достаточно будет, я думаю, одного Леонардо. Раз, два, три, четыре. В общем, все сегодня будут отыграны. Как ни крути. Так, Лево, ты готов? Погнал. Ложи их всех штабелями. Вот и все, вот тебе и итог, и результат. Ну что, переходим к следующему поединку.
Совсем маленько нам, наверное. Да, вообще, ребята, уже почти в Лиге Сёгунов 3 звезды, а там уже, глядишь, и Лига Мастеров будет нам подмигивать. Возьму-ка я Ванюшу. Ванюша сейчас просто-напросто без компромиссов возьмет свою пушку, свой гранатомет и шмальнет разочек, и они все упадут. Но Рафаэль, как всегда, его переплевывает в этом плане. Тыдыч. Все. Лежат ребятулечки, отдыхают. Ну и по делам им. Так, покажите-ка. Сёгун 3 звезды, а позиция 81-я. Вообще круть. Так, 16-21. Я возьму, наверное, Армагона. Хотя на самом деле лучше Армагона пока не брать. Тут у нас есть с кем играть. Вот, например. А, у них уже 62-й уровень. Нифига себе они. Подожди. Слушай, ну тут уже напряженка. Шестидесятники пошли, оказывается. Прикинь. Я-то все там думаю, что мы на платежках висим. Но как-то не так. Давай, Усаги и Дзимбо. Ну, осталась тут небольшая поросль. Фух. И добивка. Да. Леонардо тут пыхтит. Ничего у него не получается. Ну, а Ксивер Монтес запинал, так сказать, своим капуэро. И мы двигаемся дальше. Сейчас мы посмотрим, какой на этот раз займем позицию. Я думаю, 60-я. Нет, 70-я. Блин, все-таки 59-я. Что-то совсем непонятно, ребята. То мало дают, то слишком много. Нет, это, конечно, хорошо. Так, 59-й. Ну, давай я, наверное, вот так вот сделаю. У меня надежда на что, ребят? То, что мы, во-первых, сейчас повесим уклонение с помощью майки. И с помощью Рафаэля возьмем провокацию. Соответственно, его будут бить, он будет давать задачи, и тем самым враги будут умирать один за другим. Проверим. Так, этот иммунитет вешает на себя, на всю команду. Давай-ка попробуем. Да. Ну что ты там делаешь-то? На тебе. Я предлагаю, наверное, все-таки усилить нашу команду. Погнали. Минус Эйприл. Так, Леонардо в опасности, друзья. Ох, в какой опасности. У нас хил-то есть? У нас есть хил в виде майки. Пумс. Ну, конечно, ага. А вот мы залечим раны. Кому? Блин, не добили. А этот, естественно, начинает бомбочки свои разбрасывать. Все, добросался он бомбочки. Круто. Молодец, Лео, красавчик. Все-таки добомбил их. Ну что же, двигаемся дальше. Все-таки Лигу Мастеров мы сегодня возьмем. Это видно, потому как мы продвигаемся с 59-й позиции на 43-ю уже. 16-22 уже стали давать. Я возьму здесь Армагона. Раз, два, три, четыре. Армагона, ребята, ну, вся надежда на него. Потому что если он, не дай бог, не добьет вот этого майки, ух, будет все очень грустно. Но я все-таки надеюсь, он сможет бомбануть. Да, красиво он сделал. Красиво сделал, красиво все упали, и мы с тобой двигаемся дальше. Сейчас у нас еще супер шреддер остался. Что у меня? Монитор какой-то замызганный, смотрю. Так, ну-ка, 20-я позиция, окей. Давай-ка мне 16-22. И возьмем, наверное, здесь супер шреддера плюс зэка. Кто-то там в комментариях спрашивал, а почему его звать Зэк? Он что, сидевший? Нет, просто у него имя Зэк. Так, ну-ка, Шреддер, погнали. Ванюша выжил? Ты серьезно? Ванька выжил, прикинь?
Красавчик, не ожидал. Причем уровень не такой высокий, а он пережил две атаки. Ну вот, друзья мои, и Лига Мастеров. Отлично. Я говорю, когда на второй день начинаешь буститься, это очень круто. Так, берем с тобой так, так и вот так. 67-й, да? Ладно. Надеюсь, надеюсь, никто не упадет. Так, Супер Шреддер, естественно, ходит первым. Красиво. Так, вот этого надо вырубить, парня. А эти, по идее... Ну, Джастин их добьет, конечно же. А так бы постепенный урон тоже их мог бы спокойненько уничтожить. Слушай, ну, дойдем сегодня до полтинничка, как думаешь? Ну, Лига Мастеров 50, да, конечно, дойдем, уже 74-я позиция. Не то, что зайдем, залетим, ё-моё. Так, берем Супер Шреддера. Кто у нас тут еще есть? Раз, два, три. Ну, давай вот этих вот отыграем. Семидесятников. Пит. Ну, Пит, наверное, сейчас сразу отдуплится. Тюх, как пулей, да? Этого мы мочканем вот так. А эти от постепенки. Отдуплились бы, но, видишь, мы и так их добьем. Все просто круто. Ну что же, продвигаемся дальше. Смотрим, какое место занимается у нас сейчас. 74-й, 54-й. Ну вот тебе, ребята, и полтинничек. А вы сомневались. Ну что, опять берем Супер Шреддера и смотрим, кто у нас тут вообще остался. Раз, два, три, четыре. И еще где-то, ну, два поединка, не считая вот этого. То есть, при хорошем, при лучшем раскладе мы можем вообще в Лигу Мастеров две звезды попасть. Че ж там скрывать, да? Что будет неплохим показателем. Ну, вот то, что Ванька, конечно, тут. Его надо как-то... Ну-ка, Шреддер, вольни Ванюшу. А эти отдупляться от постепенного, и Крысиный Король тут добивает Донателло. Ну и все, в принципе. Дальше. А дальше придется нам брать Супер Шреддера с кем-либо. Для того, чтобы противостоять им. 34-е место. Например, берем вот эту команду. Берем Супер Шреддера. Ну и, например, Леонардо. Супер Шреддер плюс Леонардо и... Раз, два, три. Раз, два, три. Ага, даже не два, как я подсчитал, а три поединка еще. То есть в Лигу Мастеров две звезды мы попадаем сегодня. Вот тебе весь расклад до копейки. Жужжим. Так, один там кто-то упал. И Леонардо фшух, всех косит. Я бы не хотел, ребята, попасть вот под такую вертушку. Ты прикинь, да? Даже если просто человек возьмет два каких-то мяча в руки и начнет просто стоя на земле крутиться, попробуй к нему подойти. А с такой скоростью, как крутится здесь Леонардо, да еще и в прыжке, это, конечно, убийственная мощь. Ну, у Армагона, мне кажется, еще убийственнее. Прикинь, да, ты идешь, там толпа вас стоит на тебя такой, рушится пятиэтажка, ё-моё. Сравнить больше просто не с чем. Так, ну что, ребята, еще остается у нас там два персонажа не отыгранных. Мы их отыграем обязательно. Ну что, Супер Шреддер, давай. Как можно больше, пожалуйста, повреждений. Как можно больше. У всех постепенный урон. Тут, естественно, пауку сдбил. Там у них немножко было здоровья, поэтому ему не проблема это было сделать. Ну и последний поединок. Лига Мастеров, две звезды, ребята. 17-23. Короче, я беру здесь Армагона. Я беру Супер Шреддера, возьму Ваньку. И вот этих вот двух наших мелких шитиков. Окей. Ну что, погнали. Хлоп.
Так, только лишь сплинтер, да? Но это, ребят, ерунда. Естественно, такой вот валуняра летит в них. Ну и с ареной мы на сегодня заканчиваем. Сейчас посмотрим, сколько мы с тобой набрали мутагена. Возможно, нам хватит еще поднять один уровень к Ренгу. Ну, с 75-й позиции я считаю, что неплохо, ребят. 33 тысячи у нас мутагена. Конечно, хватит. Конечно же, хватит. Даже два уровня. То есть, все, 70-й. Отлично. Так, у нас пиццы есть немножко. Давай попробуем все-таки. Еще одни очки нашли. И, по-моему, все. Да, пицца кончилась. Блин, я только сейчас вспомнил, что нам пицца-то нужна была для... Мы хотели пройти событие. Смятение из другого измерения. Ай-яй-яй. Ладно, ничего страшного. Мы сможем пройти его и в следующей серии, как говорится. Так, давай-ка я здесь обмен сделаю. Все, да? Все. Ну что, друзья мои, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.